Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня у нас намечается тусе, поэтому в рубрику «100 грамм красоты» прикатил Клод Вульф из праздничной серии «Свит 1600». Если вам будет интересно посмотреть распаковку на этого парня, то ссылку я оставлю вам в описании. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Подписывайтесь на канал, мои соцсети и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать эту супер куколку. Клод – единственный мальчик в семье Вульфов. У Клода есть три сестры – Клодин, Хоулин и Клодия или Клавдия Вульф. Клод является сыном волка-оборотня или же вервульфа. Ему уже исполнилось 17 лет. Также он известен как большой монстр студенческого городка. Как и положено настоящему лидеру, он поддерживает дружеские отношения со всеми учениками школы монстров. Он не только отличный спортсмен, но и один из самых умных студентов. Хотя при первом знакомстве с ним часто складывается ложное впечатление о его интеллекте. Несмотря на грозный вид, Клод Вульф очень приветлив и дружелюбен со всеми учениками в Monster High. У Клода особое отношение с Дракулаурой, с которой он встречается уже долгое время. Клод отзывчив к проблемам своих друзей. С ним можно поделиться абсолютно любыми секретами. За это героя любят и уважают окружающие, что еще больше укрепляет его репутацию лидера. Клод Вульф из серии «Свит 1600» или же «День рождения Дракулауры» был выпущен осенью 2011 года в честь праздника Дня Святого Валентина. В набор входит красавец Клод, подставка черного цвета, черная расческа, маленькая открытка приглашения на день рождения, мини-платье и колье. Все это подарки для Дракулауры. Также приложен специальный ключ, которым можно воспользоваться с помощью специального приложения на смартфоне. Ну а теперь рассмотрим поподробнее красавца парня. Клод имеет бронзовый скинтон. Тело Клода полностью артикуляционное. А сам персонаж покрыт мехом. Но временами он ужасно линяет, и это становится для него настоящей проблемой. Но это только за голубым экраном. С куклой таких проблем нет. У Клода короткие шатеновые волосы. Челка бирюзового цвета и стильно уложена назад. Он напоминает мне Элвиса Пресли. В левом ухе герой носит сережку. Также у Клода есть очки прямоугольной формы. Под ними он прячет свои синяки, прям как я. Ладно, шучу. Под ним скрыты глаза золотисто-коричневого цвета. Они сводят с ума всех девчонок в школе. На скулах у Клода стильно выбриты бакенбарды. Довольно нестандартно для простого пацана, но Клод и личность, и красавчик. Его любимые цвета – сине-зеленый и, конечно же, золотой. Создатели набора обеспечили Клода мобильным телефоном, или же по-монстряшному – айкофеном. На стиль Клода сильное влияние оказывает его сестра Клодин Вульф, самая неудержимая модница и дизайнер в Monster High. Одет он в черную строгую рубашку с бирюзовым галстуком. Главная деталь образа – это бирюзовый пиджак с необычным узором. Пиджак на груди обрамлен бежевым лацканом. И этот элемент гардероба праздничного Клода не случайность. На этом лацкане прикреплено колечко. Оно, конечно же, предназначено его подруге, Дракулауре. Ох, как романтично. Брюки серые с ремешком на поясе. Ткань джинсовой фактуры с бесконечными золотыми блестками. Сапоги выглядят строго. Они просто серого цвета. Клод Вульф и красавчик, и спортсмен. Его просто обожают девушки, а многие парни ему завидуют или просто хотят быть очень похожим на него. Клод Вульф – это мечта многих девчонок в школе монстров. Что касается нас, людей, то и мы не отстаем от мечты владеть такими героями мультсериала Monster High. Хотим Клода! Хотим! Невероятно желанный образ. Красота – великая сила. Красота спасет мир. А вам нравится Клод Вульф Свит 1600? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, также ставить лайк под видео и находить меня ВКонтакте и Инстаграме. Предыдущие выпуски смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки ждут вас в описании. Be cool and crazy! Мы отправляемся на тусовку с Клодом. Пока-пока!